Тяжелая выдалась игра, первые две. Два разных тайма. Первый тайм проиграли 2-0. Но моменты были, не реализовали. Опять же, допустили там ошибки и пропустили эти два мяча. Но второй тайм вышли и переломили ход игры. Ясно, что игру не выиграли, но игра была довольно-таки на приличных скоростях. И было очень много моментов. И очень радует то, что пришло очень много болельщиков. И хотелось бы, чтобы почаще и побольше еще приходило на футбол. Мы только для них будем играть и показывать хороший результат.